90-е годы были очень сложными годами, не только в нашей стране, после развала Советского Союза, в том числе все проблемы, сложности были и в Южном Казахстане. В период Советского Союза вся инфраструктура города, области была завязана на Узбекистан. Оттуда шла электроэнергия, газ, поливная вода. В самом Узбекистане была очень сложная ситуация. Тем не менее, благодаря дружбе наших президентов, Нурсултановича и Ислама Абдуганиевича, многие вопросы мы решали. Остановились все предприятия, как помните, да, и фосфорный завод, и шейный завод, да и все остальные. По 10-15 тысяч человек ежедневно стояли у проходных. Не было заработной платы, по пенсиям огромные задолженности. Ну, в 2001 году, 15 марта, я вот помню, как сегодня этот день, я был назначен акимом города Кентау. Акимом города Шымкента был назначен. До этого работал акимом города Кентау. Я, в принципе, и приехал с проблемного места. Да, да. Там мы наладили, можно сказать. Тогда акимом области был Бердібек Машбек Сапарбаев. Считаю его своим учителем хорошим. Вот меня направил он в Кентау. Там, в принципе, были вопросы в основном решены, и он... Здесь возникли другие проблемы, и он меня назначил в город Шымкент. Ну, здесь ситуация, ну, в те годы, в конце 90-х, в начале 2000-х, в принципе, ситуация налаживалась. Зарплаты начали вовремя платить.